прочтение, особенно в нынешней ситуации, имеет огромное значение для страны, в первую очередь, потому что вот вы сказали, что реализовывать проект СТКО гораздо сложнее. Я вот точно представляю, насколько сложно их реализовывать поближе к центру, и, соответственно, мне гораздо сложнее представить, насколько тяжело здесь их реализовывать. Но задачи мы сегодня уже успели с коллегами посмотреть, какие есть задачи по цифрам, какие есть проекты. Я думаю, что стратегическая сессия сегодняшняя, она в первую очередь, конечно, имеет значение для Норильска, но не менее важна для всей страны в целом. Мы говорим в первую очередь о проектах, которые в своей технологической составляющей уникальны. Такие разработки, такие инициативы, которые в первую очередь связаны с экологией, поддерживают экологию. А у меня изначально еще в выступлении была задана климатическая тема, климатическая и арктическая специфика. Вот сложность ситуации в том, что арктическая специфика – это почти всегда климатическая, а климатическая – это почти всегда про всю экологию. Поэтому все, что мы сегодня здесь обсуждаем, неразрывно, конечно, связано с экологической ситуацией. По поводу инициатив, учитывается ли специфика? Конечно, учитывается, у нас даже есть отдельный комитет, но не всегда удается оперативно, наверное, получить обратную связь, тем более, что среди арктических городов Норильск, наверное, занимает уникальное место, хотя многие характеристики схожи, но все-таки уникальное. И моя задача здесь сегодня, в первую очередь, услышать, какой есть запрос для законопроектов на федеральном уровне, какой есть запрос на изменения на федеральном уровне. Например, у нас торгово-промышленная палата недавно тоже обсуждался вопрос переработки, было много регионов на связи. Они, например, считают, что надо переводить всю переработку в акведы обрабатывающей промышленности тоже, чтобы получать льготы. Для них эти льготы сейчас важны. Какие запросы здесь в первую очередь возникают? Что требуется вам? Это вот моя задача понять за ближайшие дни и под вашим чутким надзором и контролем эти инициативы продвинуть, показать всей стране и рассказать людям, ну, наверное, что будущее, оно, ну, не где-то в планах, не где-то вот мы решили сейчас начать думать о своем будущем, начать думать о том, чтобы создавать свои кластеры, свои экотехнопарки, а будущее уже наступает, люди об этом здесь уже думают, первые проекты уже появляются. И наша первоочередная задача эти проекты поддержать, чтобы потом транслировать на всю страну. Спасибо. Ну, я следом попрошу высказаться Юрия Алексеевича. Вы представляете компанию «Ильский никель», управление, связанное как раз с задачами экологии, улучшения условий на месте. Мы знаем про многие экологические программы компании. Можете ли вы сделать такие ключевые акценты на этих проектах? Когда эти проекты там предполагается запустить? Каким образом они повлияют на облик города, на экологическую обстановку в целом? Что это за проекты? Там какие продукты внутри этих программ? Спасибо, Роман. Спасибо организаторам за приглашение на данный мероприятие. Тема называется «Концепция переработки промышленных отходов компании на территории». Но по этому поводу что хочу сказать. Концепция понятна. Меньше образовывать, больше использовать, перерабатывать и, соответственно, меньше размещать в отвалы. Что сегодня? Озвучу немного статистики. Но предприятия на территории, предприятия компании ежегодно образуют порядка 60 миллионов тонн отходов. 95% из этого – это производственные отходы, непосредственно, вот, которые образуются в результате добычи, переработки руды и плавки металлов. Основная часть – это пустая порода, хвосты обогащения, это металлургический шлак. Сегодня все эти отходы мы используем повторно в производстве больше, чем половину, процентов на 70%. На закладку выработанного пространства, на засыпку карьеров и так далее. Вот.
перспективе, в ближайшей перспективе, нас ожидает новый вид отхода, он называется гипс. Этот гипс будет образовываться в результате нейтрализации серной кислоты в рамках масштабного серного проекта. Гипс будет поступать в гипсохранилище. Но сейчас уже, да не сейчас, а уже давно компания задумывалась и решает вопросы по использованию этого гипса. То есть уже есть понимание, ведутся опыты, что процентов 30 от образуемого гипса мы будем использовать в закладку. Но кроме этого рассматриваются различные идеи, вплоть до производства удобрений из гипса, хотя это, конечно, очень затратно и не специфично для территории, учитывая географию. Но тем не менее, такие идеи есть. Также очень широко освещается, все об этом знают, ведется компания, второй год уже работа по санитарной очистке территории, по демонтажу старых неэксплуатируемых зданий. Очень большая работа, соответственно, связанная с образованием большого количества, в основном, строительного мусора и металлолома. Естественно, тоже ищем здесь варианты, чтобы меньше этих образованных отходов размещать в отвалах. Уже мы закупили мобильный дробильный комплекс на гусечном ходу, дизельный комплекс. Он уже в Норильске. Сейчас в ближайшее время прилетят специалисты, проведут наладку оборудования. Этот комплекс будет устанавливаться непосредственно там, где будет осуществляться демонтаж. На месте будет производиться вторичный щебень. Сейчас мы занимаемся вопросом его сертификации. Этот щебень будет использоваться, во-первых, на месте при планировке территории, да, засыпке. А также после сертификации данный продукт будет использоваться в строительных целях. Ну, это вкратце, что касается промышленных отходов. Но также остро стоит вопрос с прочими отходами, отходами потребления. У нас пока на территории еще недостаточно развит рынок услуг по утилизации тех же самых автомобильных шин. Знаем, что сегодня коллеги сделают широкий такой подробный доклад о том, как это будет у нас происходить на территории. Знаю, что здесь уже у нас перевезена, смонтирована и готова буквально к работе установка по утилизации шин резинотехнических изделий. Вот. И в этом направлении однозначно надо двигаться и, конечно, не забывать про прочие отходы, которые много, это отходы оргтехники, да, те же самые, это светильники, это бумага, упаковка различная, это все те отходы, которые законодательство 2 года назад нам запретило размещать на свалках. Это хорошо, но, повторюсь, у нас пока рынок не развит, и с этим существуют определенные проблемы. И однозначно в этом направлении надо двигаться. Ну, вкратце я закончил. Спасибо вам, понимаете. Игорь Алексеевич, сейчас я еще задам вопрос, но хотел бы предварительно представить, к нам подключилась Муравьева Анна Владимировна, заместитель министра экологии и рационального природопользования. Анна Владимировна, вы тогда выступите после Дмитрия Федорова, он расскажет про концепцию и далее уже ваше слово. Юрий Алексеевич, я хотел бы на самом деле несколько еще вопросов задать, акцентов сделать, потому что я в рамках деятельности агентства развития Норильска еще параллельно курирую направления, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства и сопровождением инвестиционных проектов. И мы сталкиваемся с тем, что существует на самом деле большое количество запросов от предпринимателей на реализацию проектов, касающихся переработки промышленных отходов. И мы, как локальный институт развития, должны транслировать определенное видение по поводу того, в какие сферы предприниматель, условно говоря, может заходить, там есть для него перспективы, определенная ниша, а где, условно, как вот вы обозначили несколько ключевых моментов, я просто повторю, чтобы аудитория услышала. Первое, это все, что касается бой, это, соответственно, потенциал цементной продукции, да, внутри этого боя. Это металлургическая, по сути, металлолом, его очистка и последующие процессы переработки, верно?
И вы еще обозначили резину. Это резинотехнические изделия. Это те приоритеты, которые вы себя видите с позиции реализации конкретных проектов, приобретения мощностей компании «Новиски Никель», правильно я понимаю? Да, но смотрите, только вот транспортных предприятий компании на территории год 2500 тонн шин. Это достаточное количество только транспортных подразделений компании. Вот. Шлак металлургический. Тоже вот после закрытия никелевого завода, да, шлакоотвал. Это все в перспективе планируется переработать, естественно. Уточни, вы планируете самостоятельно этим заниматься или возможно работа с подрядчиками по понятным процедурам, да, которые установлены компанией? Рассматриваются разные варианты, как и самостоятельно, и очень приветствуемы, будем рады предложениям, которые будут поступать в адрес компании по этим вопросам, и рассмотрим. И... Хорошо. И еще тогда, потому что это очень важно, на мой взгляд. И, ну, то есть мы предложения готовы, что называется, передавать, да, вам эти предложения, но вот сейчас в вашей концепции по переработке отходов есть ли конкретные цифры, то есть какой объем отходов вы закрываете своими мощностями, ну, хотя бы в общих чертах, какие-то планы по приобретению того же самого оборудования, вы наверняка понимаете, что это точно как бы наша история, это внешняя. Ну, точно наша история – это щебень, но, опять же, этого может быть и недостаточно. Не знаю, может быть, в перспективе думаем о переработке тех же самых резинотехнических изделий, да, сжигания, например, герлицам, других отходов, которые запрещены к размещению. Если к нам поступит предложение, мы тоже готовы к сотрудничеству, будем передавать в условном порядке такие отходы, и соблюдая законодательство, и обеспечивая снижение негативного воздействия на окружающую среду. Мы в этих вопросах всегда открыты и как сами, так и рады помощи. Отходов действительно очень большое количество, я в начале диалога обозначил, это 60 миллионов тонн. Но основная масса – это пустая порода, которых вот сам теоретически тоже к отходам напрямую, в прямом смысле этого слова, как бы не отношу. Это все-таки, считаю, вторсырье. Даже если они находятся в отвалах, они находятся на длительном хранении. И когда позволит технология осуществлять их переработку, это будет сделано обязательно. Я так посмотрел на Александра, думаю, может, тоже да, будете об этом думать. Хорошо, я тогда, Антон Михайлович, как наш... Мы идем точно к этому. Отлично. Тогда я передаю слово Дмитрию Васильевичу, вам, эксперт, который занимается нашей концепцией, сводит всю информацию вместе. Да, я прошу пояснить, на каком этапе вы сейчас находитесь, поделиться некими промежуточными результатами работы, те моменты, ну, там, скажем, проблемные какие-то зоны, да, потому что концепция пересматривалась по ходу, начали мы активную работу, разработку ее, ну, по сути, с конца 2021 года, с переходом там уже в 2022 год. Понятные там различные изменения, у нас были просьбы отдельные это посмотреть технологическую базу, да, и как она тоже можно адаптироваться, встраиваться в текущие реалии. Вам слово. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу сказать, что мы, понятно, что еще, конечно же, не закончили, находимся в пути и активно работаем по концепции. Хочу сказать, что представляю здесь ОНО «Зеленая цивилизация», которая работает по запросу Агентства развития Норильска. Также я являюсь заместителем председателя Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. А эта структура в 2010 году стояла в начале пути создания технопарков. У нас есть небольшая техническая проблема, вот коллеги подошли. Они очень просят 3 минуты технический перерыв, там им надо перекоммутировать пульт. Бывает, иначе просто у нас не записи, и нас никто нигде не слышит. Сейчас... На самом интересном месте. Ну, поэтому давайте вот сейчас коллегам дадим
перечнуться 3 минуты, они попросили. Так, так бывает. Мы переходим на резервную систему управления. Дмитрий Васильевич, мы сейчас просто, чтобы весь доклад ваш все слышали, потому что у нас есть и слушатели онлайн. Я тогда до презентации просто еще раз это буквально такими крупными штрихами. В 2010 году наш комитет впервые произнес ситуацию для России: экотехнопарки нужны и важны. С тех пор прошло уже 5 бизнес-сессий на площадке торгово-промышленной палаты по развитию экотехнопарков в России. Коллеги, которые здесь представляют действующие экотехнопарки, наверняка принимали участие в данных мероприятиях. И на протяжении вот этого периода члены комитета посетили множество действующих экотехнопарков с большой базисной историей. В том числе я посещал экотехнопарки в Скандинавии, много посетил экотехнопарков и крупных мусороперерабатывающих предприятий в Европе, в Германии, в Швеции, в Швейцарии, в Японии. И это предприятия, которые, даже группы, собственно, предприятий, которые работают уже не одно десятилетие, у которых сложилась устойчивая цепочка поставок, переработки. И в целом как раз то, о чем мы говорим, о циклической экономике. Циклическая экономика – это не про отходы. Циклическая экономика – про материалы. Опять же, в 2018 году, когда губернатор Ульяновской области поручил мне создать министерство циклической экономики, это была первая структура, которая внедряла тогда на уровне региона элементы циклической экономики в каждой отрасли, в каждом муниципальном образовании. Мы ставили KPI министрам, главам муниципалитетов, о том, как они внедряют те или иные элементы циклической экономики в своей работе. И это был очень интересный опыт и интересные практики. Так вот, циклическая экономика в Норильске, на полуострове Таймыр, она, конечно же, очень нужна в связи с определенными обстоятельствами, о которых я как раз расскажу. Можно презентацию? Туда направлять. Вот туда. Тоже ничего не двигается. А можно переключить? Все. Где мы сейчас находимся, да, в целом в стране, да? У нас образуется огромный объем отходов, более 7 миллиардов тонн отходов в производстве и потреблении. Объекты размещения отходов занимают примерно 4 миллиона гектаров. То есть это огромная площадь, и внедрение всех тех моментов, которые предусмотрены национальным проектом экологии, это практики крупнейших компаний, отходообразователей, как раз идут для снижения площади отходов, которые будут вноситься в окружающую среду не только до 2024, но и после 2024 года. Та работа, которую мы выполняем, она вот по таким-то трем крупным этапам. Это обзор существующих практик, это оценка ситуации на полуострове и разработка, собственно, концепции управления отходами, в том числе с учетом общественного мнения и общественного обсуждения. Дмитрий Владимирович уже отметил о том, что есть запрос от жителей города на повышение качества управления отходами. Это очень здорово, конечно, да, то, что население тоже ждет существенных изменений, и будем вместе работать в этом направлении. В 2018 году премьер подписал распоряжение правительства о стратегии развития отрасли промышленности по обработке и утилизации обезвреживания отходов. Поставлен срок 2030 год, когда отрасль должна достаточно серьезно уже заработать на территории страны. Не переключай. Вашему вниманию представляется вот ряд сейчас слайдов, на которых есть базовые схемы обращения с отходными вторичными ресурсами. На данной схеме это классика, когда у нас есть различные предприятия, которые у нас образуют отходы. Есть классическая система сбора, вывоза и частичной обработки, но
здесь нет циклической экономики. Вот следующий слайд, который как раз уже показывает полный цикл работы материалов. Это вот классическая схема, которая на сегодняшний день есть частично, опять же, внедрена, можно сказать, что в Москве и Подмосковье, но, опять же, не в полном объеме. Татарстан тоже заявил о том, что у них получается это сделать в рамках столицы, Казани, и потихоньку они работают по вовлечению еще целого ряда муниципалитетов в программу полного замкнутого цикла. Среди основных задач для достижения, собственно говоря, запроса, это, конечно, развитие отрасли обращения с отходами и ресурсами, эффективное администрирование, развитие рынка вторсырья и внедрение лучших практик и технологических решений. В том числе среди вот направлений исследований у нас изучение использования опыта субъектов арктической зоны, оценка потенциала межрегионального взаимодействия, исследование возможностей взаимодействия органов власти с бизнес-сообществом. Институт РОП. Очень спорный вопрос, насколько вот он у нас, опять же, будет в дальнейшем развиваться. И такой важный момент, который касается полуострова, это привлечение коренных народов севера к организации раздельного сбора отходов и в целом как бы, к обращению с отходами. В чем мы отличаемся от того, что есть за рубежом, да, и в том числе в действующих экотехнопарках той же Скандинавии, да? Там совершенно другая история с тарифами. Это в первую очередь касается, конечно, регоператора. Там очень гибкая система тарифов, разносторонняя практика вывоза отходов. То есть они не привязаны только к контейнерам там, 0,75, 1 куба или каким-то бункерам, там, да, но они работают с разными системами тарирования отходов. И в этом плане, конечно, наша система территориальной схемы по обращению с отходами с необходимостью внесения изменений с электронной моделью, конечно, здесь вот гораздо больше сложностей и вариабельности, и ее гибкости. Да? И сама система нормирования отходов, исходя из территориальных зон, там тоже она вот обладает очень широкой вариабельностью. Собственно говоря, вот арктическая зона показана Российской Федерацией на карте, полуостров. И в дальнейшем как бы понятно, что вся арктическая зона, она обладает разными признаками. Да? И то, что есть в Мурманске или на Чукотке, не обязательно, что точно такие же условия есть на полуострове Таймыр. Что конкретно здесь в нашем случае? У нас представлены все системы хозяйствования. Система расселения на полуострове представлена первым типом. Имеется островная, береговая, материковая зоны. Имеется большое количество объектов накопленного вреда. И к перспективам развития, конечно же, это добыча полезных.